Всем привет, ребята, как дела? Сегодня поиграем с вами немножечко в игру Гипс. Она у меня уже давным-давно лежит, все никак до нее руки не дойдут, и я решил в нее немножко поиграть. Так, ну что, я создал персонажа. Что тут непонятно, новый персонаж? Это на двоих, наверное, да? Ну, я буду играть соло. Так, ЛБ, ближний бой. Нет, я не буду на джойстике играть, мне не нравится. Будем играть, наверное, по стандарту клавиатура мышь. Так, что он мне тут прыгает? Какой-то дедок стоит. Ну-ка, дедушка. Е. Зомби-репеллент. 40 фунтов. И майка. А у меня вообще ничего нету. Значит, я ничего не могу купить. Ладно, пойду-ка я отсюда прогуляюсь. Чё ты забаррикадировал-то? Выход мне. Точнее, вход. Опа, 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 опа-на. Понеслась, ребята. Кладбище какое-то, зомби. Зомби со всех сторон лезут. Эй-эй-эй, угомонитесь, ребята. Я просто вышел погулять. Хорош, успокойтесь. Не видишь, что ли, мне ствол? Бесполезно все это. Со всех сторон лезут, гады, а? Ладно, давай. Тихо. Нечего мне сзади тут. Ёлки-палки, хорош. Ну, сам-то делит. Сколько вас тут, а? С топориком в голове, нормально. Живой все еще. А, без ног ползет там, смотрю. Тихо, тихо, тихо. Ага, у меня еще ближний бой есть, нормально. Так, угомонись. Так, монетки эти надо собирать. За монетки мы там, я так понял, можем приобретать какой-то зомби-репеллент и майку. Майка, я не знаю ничего. Я вроде и так нормально одет. Так, замечательно. Ёлки-палки, единственная проблема, что они тут со всех щелей лезут, а? Хорош, успокойтесь. В самом деле, когда вы закончитесь-то уже? Какого-то лимита по зомбарям здесь нету. То бишь, стреляй, пока не окочуришься, да? Хотя нет, вроде бы как затишье какое-то. Так, пройдено. И? Что теперь? Что я теперь должен здесь сделать? Ага, выход. О, я вышел на улицу. Да какого фига-то? Так, это что такое у нас? Ящики пустые. Подожди-ка. Нифига, они не пустые. Там бандитский платок какой-то был. Ёлки-палки, не совсем. О, йо-йо-йо, успокойся. Сзади-то зачем из-под пешка-то вылазит? Так, а тут, ох, сколько много денег выпало. Это замечательно. Давай-давай-давай-давай, подходи-подходи. Оп-оп-оп, нормально, дубиночкой всех хорошенько. Так, а у меня что-то мало жизни, всего 3 сердечка. Это никуда не годится, ребят. Вот так вот всех буду косить. Без рук. Так, успокойся, на, получи свое. Так, черт подери, они у меня же половину сердечка оттяпали. Ну, вроде бы их как меньше. Да, конечно, стало их меньше. Нет, не тут-то было. Да хорош, ну, ребят, на самом деле-то. Мало вам всем, что ли? Так, ух ты, я вижу, там что-то лежит. Так, лежит какая-то труба. Блин, да дайте мне взять трубу. Ой, ой, ствол. О, вот это вот вроде бы как поэффективнее будет. Опять прошел. Отлично. Так, что-то монетки за мной вязались. Так, собрал 55 золотых. Золотых, ну, буду их называть по стандарту золотыми. Ага, тут, значит, можно менять трубу или биту. Я возьму трубу. Не знаю, сильна она, не сильна. Почему-то не показывают никакие параметры. Ни дальнего боя, ни ближнего. Ясно. Так, а там что за крендель? Танцевал у нас. Опять на меня напали. Ну ладно, давай, иди сюда без руки. Так, хорошо идет. Кстати, эта винтовка намного лучше, чем пистолет, но... Уж больно как-то быстро заканчиваются патроны у нее. Так, тихо, тихо, тихо. Берут меня в кольцо. Нет, не тут-то было. Так, дайте мне этот сундук-то. О, это что такое у нас? Ох ты, пушка. Огнемет, что ли? Ёлки-палки, а что он так плохенько-то поджигает? Я и сам горю при этом. Ядрить твою налево, а? Давай, гори. Так, ты там ползаешь на карачках. На каких карачках у него полтела? Да отвяжитесь вы от меня уже, на самом деле-то. Так, все, подбил. Неплохо я поимел денежек с этого ящика. Прошел.
А суть игры, я так понимаю, просто ходить и убивать зомбарей всевозможными способами, да? То бишь с оружием, ближний бой. А что там за крендель? Так, у меня сейв записалось. Пойду я обратно в церквушку зайду. Ага, зашел. Опять что ли вы здесь? Так и есть, да. Опять нападение на меня. Ладно, будем отбиваться от них. Да успокойтесь уже, ну. Хорош, хорош, хорош. Все, ребята, ребята. Все, я просто здесь проходил мимо. Угомонитесь. По большому счету, мне интересно знать, в чем суть игры. Неужели вот так вот просто ходить и расстреливать зомбарей? А прикол в чем? Истребить кого-то главного, какого-нибудь лича, который их вызывает, призывает или что? Так, хорош, там карачка ползает мне. Хотя, если честно, по большому счету, можно все это посмотреть в интернете. Но я не любитель смотреть чужие прохождения, если только в крайних случаях. А так люблю сам во всем разбираться. Ладно. Подходите сюда, зомбари. Видите, у меня какая классная винтовка. Никто против нее не устоит. Да, довольно неплохо я с ними разбираюсь. Практически. А почему у меня это жизни-то не прибавляются? Так, только голова одна отлетела. Нормально. Так, ну все, прошел. Собираем эти монетки. Их тут не так уж и много. Итого у меня соточка. Соточка набралась. Давайте зайдем в церквушку. Так, он у меня еще сальтоны может крутить. И что я могу здесь сделать? Так, у вас теперь доступно для покупки плюс один сердце. П, кнопочка умений. Так, ну и что? За 100 могу я купить себе. Так, дробовик. Так, что это такое вообще? Найдите оружие. Искатель ящиков. Целительный танец. Быстрое движение взад-вперед лечит вас. Работает только в первые 10 секунд сражения или до достижения полного здоровья. Это бред какой-то. Так, урон ближнего боя, сердце плюс один. Ну ладно, купим сердце. И все. На этом мои денежки кончились. Так, а здесь что? Зомби-серфинг. Новую мини-игру. Тут еще, оказывается, мини-игры какие-то будут. Ампутатор. Увеличивает скорость передвижения до 110%. В принципе, неплохо бы вот так вот двигаться пошустрее. Ладно, давайте пойдем. Я не знаю. Так, это не то, это все умение. Доберитесь до 3. Чего до 3-то? Так, тут можно еще лицо, эффекты, головные уборы. В общем, полный смак. Ага, сейчас все тихо, смотрите, ничего не закрывает, не перекрывает. Хорош мне тут летать, как птичка на барханах. А почему я сюда не могу пройти? Почему закрыта эта территория, а? Какой-то крендель... Да что такое-то? Опять на меня напали. Так, тихо, ребятушки, успокойтесь. Так, я так понимаю, здесь сердечки, это, наверное, житухи. Но у меня пока... Эй, а это что за чудило тут вышел еще? Ё-моё, какой-то оборотень. Наверное, да? Ну-ка нафиг, дайте мне монетки собрать. Чё ж так медленно ты собираешь? Тихо, в самую гущу. Давай, обходи. Да ядрить твою, ну что ж ты. Да какой-то ты медлительный чересчур. Так, всё, зомбаря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Чё делать-то надо, а? Блин. Здорово просто, замечательно. Он меня убил. А как с ним бороться? Ну, он на меня напрыгнул. И что я должен был сделать? Хе-хе. Нормально. Так, забаррикадировался. Значит, сейчас эти уроды полезут. Так оно и есть. Так, мертвечи, найдите сюда. Я вас нашинкую свинцом. Ёлки-палки, мне немножко непривычно играть. Все время куда-то я целюсь, не туда, куда надо. Не привыкну к этому нацелу маленькой точки. Но, тем не менее, когда вот так по одной плоскости стреляешь, довольно неплохо получается. Отлетают у них руки, ноги. На худой конец отлетает голова или полтела. Эй, сейчас я, по-моему, допрыгаю здесь. Меня сейчас окружили. Нет, я выбрался.
Так, 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 давайте, подходите, подходите, троечка незабвенная. Все, отдыхайте. Я пошел дальше. Ага, вот сейчас я сам себе... Нет, все нормально, выпутался. Они появляются со всех сторон. Нету определенной точки, откуда они появляются. Поэтому надо быть постоянно начеку. И я зарабатываю себе аж целых 7... Иди сюда. Аж целых 7 монеточек. Великолепно. И враги появляются в любую секунду, да? Да что ж такое-то, а? Так, труба. Ну, труба у меня уже, по-моему, есть. Слушайте, а не здесь ли на меня этот вурдалак напал? Воу-воу-воу-воу, хорош, хорош, хорош. Сколько вас много? Эй-эй-эй-эй! Так, надо бегать по кругу, чтобы тебя не зажали. Как, чё еще там? Какой-то еще петух, что ли? Или мне показалось? Нет, по-моему, какое-то чудо выбежало. Так, какая-то шапка выпала с кого-то. Надо будет это все потом подобрать. Может быть, шапка дает какие-то бонусы. Так, я прошел этот уровень. И все-таки там какая-то херня выбегала на меня. Или курица, или цыпленок. Так, давайте возьмем шляпу. Так, а что там, монокль там был, да? Так, здесь пушка какая-то. А что за оружие? Вау! Блин, вот ее надо было сразу брать, а не когда зомбари исчезли. Ну-ка, ся, иди-ка сюда, красавчик. Это босс! Ё-моё, это босс! Тут еще и боссы есть, оказывается. Эй! Да ты угомонись, а! Я даже не успеваю от него отбежать. Ребят, смотри, что творит. И жизни у него сколько! Не в пример моим четырем сердечкам-то. Да угомонись, ну отстань ты от меня, уже на самом деле-то достал. Не, ну и как вот здесь, извините меня, с ним драться? Он меня просто решит... Так, куда он побежал? А, может быть, убежал он все, да? Ну и отлично. Нет, опять... Вау! Замечательно чудит, чувак. Нормально тут. Летучих мышей там навызывал. И ни одного ящичка нету, чтобы... И он еще сам выбежал. Да ну нафиг, ребят, это... Это нереально. Это какой-то бред. Все, сейчас просто один удар по мне, и я умираю. Да, теперь я буду знать, что здесь есть еще босс, оказывается. Наверное, к нему надо подготовиться. Зомби-репеллент. Что за параша такая? Какую-то купил бутылочку, да, значит? И как ей воспользоваться? Ну, а здесь у меня денег не хватает ни на что. Слишком крутые цены. 300, 200, ё-моё. Это ж сколько мне надо копить на это все? Так, опять он закрыл за мной этот, забаррикадировался. Опять это выползает. Ладно, давайте с ними разберемся. Здесь, я так понимаю, довольно все просто. Это как начальная локация, что ли, можно так назвать. Но, тем не менее, их тут очень много выползает. Давай, давай, давай. Вот так вот, все в шеренгу. Встаем за очередной порцией пуль. Так, сзади вылезли. Ага, замечательно. Пока все идет по плану. Пока все идет хорошо. Так, да успокойся ты уже, ну, сам деле-то, а, вот. Так, этот без руки слег. Этот однорукий тоже упал. Давай, угомонись. Отдохни, придурок. Блин, у них что, какая-то разница, кто-то посильнее, кто-то падает с одного удара. Кого-то надо строчить чуть ли не всю обойму. Голова отлетела, это хорошо. Так, пройдено. Что-то вы как-то мало мне дали деньжат-то в этом уровне. Практически вообще не дали. Ладно, давайте, наверное, что тут у нас? Только геймпад? Нет, это мне не надо. Я хочу, например, туда. Ну, туда мне не пройти. Да что ж такое? Через каждые 3 секунды, что ли, будете нападать на меня? Так, это что за оружие? Супер-снайпер. Ага, снайперская винтовка. Так, ну-ка иди сюда, иди. Вот это другой разговор. Ну-ка. Блин, оно имеет свойство заканчиваться. Расстрелялся, ебрит, твой налево. Значит, у нее берешь оружие... С одной обоймой выстреливаешь ее всю. И на этом конец. Замечательно просто.
Так. Все? Все. Это ж хорошо, когда все. 66 золотых, а это что такое лежит? Гангстерская шляпа? А какие данные у нее? Так. Только 8% денег вместо 10. Я еще и деньги теряю при смерти. 2% к урону автоматическим оружием. У меня автоматическое оружие, поэтому я оставлю себе эту шапку. Сколько монет, хорошо. Красота. Вот это другой разговор. Так. И я так понимаю, я, наверное, могу что-то новенькое изучить, да? Для этого мне, наверное, придется опять возвращаться в церковь. А здесь больше никуда нельзя идти. Зомбарь. О, тихо, там что-то выпало с сундучка. У нас тут... Опа, я же говорил, ребята, что какая-то курица. Так оно и есть. Выскочила из ниоткуда. Трешкин ты кот. Опять этот зомбарь, хотел сказать, оборотень. Да хорош зажимать-то уже со всех сторон. Надо его как-то грохнуть, как можно быстрее, а? Давай, иди сюда. Один на один. Ё-моё, он что-то... Он разгневался. Ё-моё. Ага, ребят, надо в него, оказывается, стрелять. Хорош там бесить, дайте мне жрачку. Да гинь ты отсюда от меня, а. Вот он мельтешит. Блин, сейчас, наверное, замочит, а. Нет? Да? Не пойму, нифига. Давай, еды быстрее мне. Так, деньжата. Все, я прошел. Так, все, ребят, я врубился с этим оборотнем, что надо делать, когда он на тебя напрыгивает. Надо в него, оказывается, стрелять. И тут у нас какое-то ружьишко, да, лежит? Ну-ка. И в чем прикол? Тот как-то стреляет поэффективнее. Ладно, раздают, значит, надо. Да ну, на этого босса нападать я не вижу смысла, потому что он меня просто разбомбит. Мне надо, наверное, маленько все-таки перед этим прокачаться. Так. Значит, основную цель мы для себя ставим. Да хорош, хорош, птичка. Прокачку. А чтобы прокачаться, нам нужны деньги. Да ладно, опять этот оборотник тут появился. Так, все, он впадает в ярость и начинается беготня. Ну, как же ты медленно все-таки его сбьешь. А у меня, ребята, нет сердечек уже. Эй. Нет. Да что ж так... Все. Мне хана, ребята, он меня зажал. Он меня прибил. И, кстати, да, я очень потерял много денег. Очень много денежек я потерял. Было 200 с лишним монет, а осталось всего ничего. И что я могу приобрести? Да абсолютно ничего. Зомби-репеллент я могу купить себе. Но он у меня и так есть. А майка? Что дает майка? Дизайн майки? Да ну, бред какой-то. И сейчас опять, наверное, зомбари, да? Так и есть. Ладно, выбора у нас нету. Будем отбиваться и копить. Не, ну, по-моему, вот это все-таки винтовочка, хоть она и однозарядная, но по мощи она сильнее, чем та. Так, давай. А как перезаряжаться? Он не успевает даже себе эту обойму восполнить. На одном патроне, на подсосе, короче, играем. Ага. Когда мы стоим, просто не стреляем. Нет, нифига. Да хорош, ребятушки. Все, успокойтесь. Я просто здесь, как говорится, тестю свой новый револьвер. Какой нахрен револьвер? Это ружье, винтовку даже, скажем. Да, этот там ползает без рук, без ног. А ползет, гад, хочет, видать, мозгов-то отпробовать. Но не тут-то было. Я еще тот бывалый снайпер. Ладно, сюда не пройти, хоть и тресни. И получается у нас вот эта вот дорожка, да? И босс. Ладно, возьмем, что это у нас? Супер снайпер. Ладно, давайте делать теперь аккуратненько. Не будем палить. Ого, хорошо бьет. Ну, не совсем, чтобы эффективно, но тем не менее. По крайней мере, с удара, с выстрела сносит. Все, отстрелял свое. Ладно, давайте, идите сюда ко мне. Не знаю, может быть потом
будет как-то весело. Пока она, мне кажется, какой-то однообразной, если честно. Ну, конечно, если пройти того босса, я думаю, что нам что-то дадут новенькое или новую локацию, или что-то в этом роде. Не может же так продолжаться вечно. Так, давайте деньги. Вот, вот это хорошо. Так, а здесь у нас будет сердечко. А, нет. Тут у нас какие-то фрукты. Ну, фрукты, я так понял, это восполнение сердечек и есть. То бишь, мы кушаем их. Ладно. Разобрались. Что, все? А это у нас ящик получается вообще пустой. Даже нет смысла. Так, ну что, попрактиковались мы в сальтонах, в выкрутасах. Так, у вас теперь достаточно для покупки целительный танец. Целительный танец. Что, опять что ли нападение? Да я же даже ничего не сделал, даже с места не двинулся. О-о-о-о, птички, хорош, угомонись. Опять этот... Та ядрить его на... Успокойтесь, все, тихо, тихо, тихо. Я никому не хочу причинить вреда, ребята. На, вот этого оборотень, как я его терпеть не могу. А эти-то ползают. Надо их в первую очередь, по идее, добивать как-то, чтобы они просто здесь не мешали. Давайте мы сделаем так, зачистку сейчас от зомбарей, а потом я попробую этого вурдалака грохнуть. Когда будет... Тихо, 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 тихо. Все, он психанул. Да что ж такое, не получается, ребята, от него никак увильнуть. Я думал, ё-моё, что? Неужели опять все, все, хана мне, да? Нет, нет, живем пока еще, но практически у нас жизни на ползатяжке. Точнее, я в любой момент могу отдуплиться, тем более, когда вот так вот они меня окружают со всех сторон. Очень печально, да еще эта птичка тут бежит. Все, полсердечка и... Ну дайте хоть какой-нибудь сундучок-то с жизнями, я не знаю. С питанием, с продовольствием, с бомбой какой-нибудь. Ну, с бомбой я в плане того, чтобы я в нее вас бросил бы, чтобы вы взорвались все. Так, давай, подходи. Пока, это, я так понимаю, последняя партия, потому что больше не прибывает. Не прибывает, хорошо. Нечего тебе там было лежать. Так, давайте добиваем вот этих вот последних... 5 ползунков. Валяйся. Так. Ребята, у меня к вам есть еще одна просьба. Пишите, пожалуйста, те игры, которые действительно интересные, которые бы вы хотели бы посмотреть прохождение их. И это касается вообще любых игр. Просто мне так будет проще ориентироваться в своем контенте. Так, у вас теперь достаточно покупок. Ну что же, давай сделаем целительный танец. Но я не хочу его брать. Искатель ящиков. Может быть, лучше ящики взять. Или здесь дробовик. Точность. И скорострельность. Да. Ну, мне и выбор, конечно, дали. Найти полезные ящики. Скорость приближения до 110%. Ладно, будем бегать, надеюсь, быстрее. Интересно, а этот босс меня догонит, если я буду бегать под... Да что ж такое-то? Под 110% скорости. Чё-то я как-то не особо... Так, это что? Это неужели огнемет? Ой! На мой взгляд, это самое какое-то никчемное оружие, если честно. Ну что это? Ну что это за эффект такой, а? Никакого эффекта нет, я не вижу. Блин, да ты... Все. Не успел я тут даже побегать, пошуршать как следует. Так, а здесь что у нас? Стенд с оружием. Ага, я могу в любой момент поменять оружие. А вот это хорошо. И тут, смотрите, револьверы, какие-то винтовки. Что там только нету, а? Это все где-то надо находить. Кстати, вот эта игра, да, хоть она и старенькая, этот гипс, но она еще до сих пор в разработке. То есть получается, что они еще будут ее обновлять. Так, давайте, ребята, буду в рукопашку, когда вы близко. Кстати, в рукопашку довольно неплохо он бьет. Надо было мне, наверное, изучить рукопашный бой.
Точнее, повреждение в рукопашке. Смотрите, оп-оп-оп-опа-опа. Классно идет. Причем у меня только какая-то труба. А если бы у меня в руке была мачете? Ух, думаю, им бы не поздоровилось. Хотя, честно говоря, мне кажется, что в дальнейшем будут не настолько легкие зомби, а уже какие-нибудь... Тихо-тихо-тихо. С какой-нибудь броней, с защитой. Знаете, как в этом... в игре про цветочки-то. Цветы против зомбарей. С ведрами на голове, там еще с какой-нибудь ерундой. В общем, укреплять буду себя по полной программе. Но, по крайней мере, мне так кажется. Я уж не знаю, как оно будет все на самом деле. Блин, все, кровавое мясо здесь, все. Хорош. Прыгаешь прям лицом там в землю, зачем? Так не надо. Пойдемте опять прогуляемся. Потихоньку, хотел сказать. Так, денежку. Будем копить денежки на себе хороший апгрейд, так скажем. Так, давайте отдохните, ребята. Хорош, хорош, хорош. Все, спокойно, спокойно, спокойно. Вот и другой разговор. Так, сердечко, да? Это пригодится мне на всякий случай. В ближнем бою-то неплохо все-таки он орудует трубой. Перезарядились. Продолжаем месить. Угомонись, видишь как? Сальтончик очень даже хорошо от ворота, но почему-то против вурдалака это не действует. Непонятно почему. Ага, я еще, кстати, знаете, что подумал? Босс у нас был с какими-то летающими мышами. И я не сомневаюсь, что они будут уже в роли обычных вот таких вот персонажиков, как зомби. Но только какие-нибудь усиленные. Так, что у меня? Почти 100 монет. Все равно этого мало, ничего я не смогу купить. А нет, вот здесь еще есть монетки. Ну-ка, сколько? 143, все равно мало. Вот так и придется мне бегать взад-вперед, чтобы накопить определенное количество денег на определенный апгрейд. О, уже 200, тихо, курочка, успокойся. На определенный апгрейд. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Смотрите, а ты курь... Курица-то драная, она что, не пойму, взрывается? Зомби-курица, я помню, такой в свое время фильм смотрел. Атака зомби-куриц, зомба-куриц. Вот это мне тоже напоминает что-то типа из того ряда. А музыка такая, да, играет, незатейливая. Типа я тут вообще где-то на какой-то ферме нахожусь, ё-моё. И все у нас там хорошо, и все у нас спокойно. Но не тут-то все было. Да. В этой игре начало такое интересное, да, ни заставки, ничего. Откуда что началось, непонятно. Просто ходим и бьем вот этих всяких курочек, тихо. И этих нелепых, никчемных зомби. Единственный пока враг, точнее два врага, которые меня раздражают, это босс, естественно. И, как его там звать-то, оборотень. Ну-ка, это что за оружие, дайте поднять-то. Дайте хоть глянуть, что это такое. По-моему, огнемет, нет, а, да, огнемет. Ну и хорошо, что я его не взял, потому что оно меня раздражает. Видите, я прохожу и сам загораюсь. И от этого у меня тратится жизни. И стреляет оно как-то непонятно. О, а это что такое? Ну-кася. Ну, почему не отмечается-то? Давайте потратим его. Этот никчемный огнемет. Вот так вот. А теперь посмотрим, что. Ого! Блин, а что, всего два патрончика, что ли? Как в истинно настоящем ружье. У вас теперь достаточно целительный танец. Как они мне все хотят впарить этот целительный танец? Блин, а я ведь могу взять и не только его, по идее, да? Достижение полного здоровья. Ладно, возьмем, раз вы так настаиваете. Пойдем обратно в циркушку, зайдем. Посмотрим, как там у нас дедок поживает. Да что ж такое, не дошел. А что это у меня за аура такая синяя была? Не понял я. Слушайте, а довольно неплохо бомбит. Но правда это, всего два патрона. Но зато стреляет, смотрите, какой радиус поражения. Довольно приличный. Тихо, 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 успокойтесь. И сносит довольно быстро. Ну как сказать быстро, может быть мне показалось. Но все равно
как-то неплохо. И перезаряжает довольно он быстро его. Можно даже пока с этим оружием побродить. Однозарядное, да, значит, получается. Да, и причем это не автоматическое оружие у нас. Значит, на него никакие бонусы не распространяются. Так, фруктики. И еще деньжата. Фунты стерлинги подняли. Так, еще две монетки не добрал я здесь, оказывается. Ну что, в какую сторону-то идти, я уже не помню. Или здесь можно в любую, и ты все равно выйдешь к проходу. Угу, так и получается. Ладно. Так, М-ка, 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 это что такое у нас? Ага, оружие какое-то, ну-ка, бери. Во, вот это хорошо. Это просто замечательно, крош, смотрите. Я прям чувствую себя на коне. О. Блин, жалко, очень быстро тратятся патроны. Очень быстро. Ну, ой, все, кончилось. Но зато эффективно я повоевал. Так, что тут опять? Опять какое-то ружье я выбил из ящика. Так, ну это какой-то коротенький, я смотрю, как бы не уровень, а слишком мало здесь зомбарей. Вот, это, по-моему, последний, да? Ага, отлично, собираем монетки. У меня получается сейчас 170 будет. Ох ты. И еще 474. Ладно, это все оружие, которое у меня есть. Они мне не нужны. Блин, чтобы идти на босса, надо раскачаться. Поэтому основная цель — ходить взад-вперед и раскачиваться, собирать деньги. Куда ты строчишь-то у меня вообще? Строчить, говорю, деньги. Собирать деньги, апгрейдиться, и уже после этого можно будет отправляться мне на босса. Что делает? В принципе, неплохо, да? Это как, вы помните, в свое время в Макс Пенни. Он летит и в это же время стреляет. Здесь сейчас был типа того же. Так, ну, в принципе, хорошо. Здесь их тоже не так уж много. И расправляемся мы с ними довольно легко. Все, да? Нет, еще один ползет там. Все, теперь прошли уже окончательно. Вот, вся моя соль в этой игре — это в накоплении денег. Так, и у меня сейчас будет, елки-палки, без двух монет 300. А уже за 300 я, по-моему, могу себе что-то приличное там приобрести. Так, давайте еще найдем какую-нибудь стычку. Ага, вот и монетки, замечательно. Так, иди сюда все. Так, курица, успокойся. Блин, не успел я ее подбить. Больно быстро она как-то бежит. А эти зомбари... О, нет, 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 только не ты. Так было хорошо без тебя. Пришел на мою голову. Все, в гневе, надо бегать. Далеко не бежал. Как же ты долго перезаряжаешь, стреляешь с этой винтовки, а? С ружья, точнее. Ну, вставай, давай. Третьего надо... Да что ж такое, он ловит меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полтора сердечка осталось. Так, курица, успокойся нафиг. Да... Уйди ты! Да угомонись. Вот, отлично, справились. Так, 300... У меня почти... Почти 350 монет. Неужели до 400 добью, а? И тогда я смогу себе что-то хорошее приобрести. А вот что только, я не знаю. Так, что? А, вот он последний, ползал там, недобитыш. Труба, труба она мне нафиг не нужна. Так, монеточка, иди сюда. Шляпа опять какая-то. Два к урону дробовиком. Ну, у меня-то, по идее, нету дробовика. Ладно, пускай это остается. 411 монет у меня. Так, для покупки того, того, того. Ну-ка, что? Ой, у меня аж в горле пересохло. Так, искатель ящиков. Полезные ящики буду находить, да, якобы. Так, дробовик. А здесь винтовка. А здесь вот у однозарядных этих. Вот, по идее, мне нужно однозарядное оружие. Ну и в то же... Да тут все нужно. К чему не коснись. Так, ладно. Вот так вот сделаем. Пускай доберитесь до двух. До чего до двух-то?
Ладно, давайте вернемся, наверное, обратно в циркушку. Добрались. Но... Так, что у меня тут будет за оружие? Ну-ка глянем. Ага, вот это хорошая винтовочка. Это мне нравится. Так, давайте, давайте, давайте. Вот, я подкрепился. Теперь мне хорошо. Давай, давай, иди сюда, родной. О, поползли гусенички. Улитки безногие. Так, а, кончилось у меня, понятно. Музыка дурацкая, уже надоела, если честно. Так, все, мы здесь разбомбили всех. Вау, как я обожаю. А, да, я же купил себе скилл-то находить больше ящиков. Ну, я думаю, теперь дела-то пойдут у нас. Пойдут в гору. Так, сердечко мне не нужно, по идее. У меня полностью все здоровье. Морковка, арбуз, там всякая ерунда выпала. Так, ну, да какого лешего-то? Я даже не успел зайти. Ладно. Сами напросились. Блин, еще бы, знаете, что? Был бы такой скилл. Выпадание золота с каждого зомби. Посмотрите, целая куча. Я бы с них столько бы мог бабла поиметь. У-у-у. И апнуться уже не один раз. Да успокойся. Нет, надо как-то вот... Стрелял бы он как из автомата, с этого дробовика. С этого ружья, точнее. Вот это было бы вообще замечательно. Причем скорость у разных зомбарей разная. Кто-то еле-еле идет, а кто-то чуть ли не бежит и не догоняет меня. Так, ладно. Ну что, ребята, давайте, наверное, зайдем в циркушку, глянем и, наверное, будем на этом закругляться. Так, ну-кася. Что, дедушка, я пришел. Дай поговорить-то, что там у тебя? А, зомби-репеллент. Я так и не понял, что он делает. С майкой я тоже не знаю, что тут делать. А, просто цвет меняет. Ерунда это все. Это все никчемно. Так, у меня уже два репеллента. Ну, для чего они? Хоть бы объясняли, хоть бы расписали бы что-то. Ну что, ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующей серии. Всем до скорого, всем пока. Can't stop bounce.